Когда слепоглухой, за все в ответе. Что, тоже стартапер? Ты что, дятел? Если поглухой. 500 000 просмотров интерактивной версии фильма. Более 130 публикаций в тематических СМИ, включая кинопоиск.ру и вокруг.тв. Звезда «Игры престолов» Юрий Колокольников. Прима «Перевала Дятлова» Роман Евдокимов. Двое слепоглухих актеров Алена Капустьян, Алексей Горелов. Сериал «СГ. Слепоглухой супергерой. Социальная драма и супергеройское кино. Новый шаг в развитии инклюзивных фильмов». Сейчас очень популярны сериалы, особенно среди молодежи. И нам хотелось рассказать на доступном языке о том, что бывают такие слепоглухие люди, которые могут обладать вполне нетривиальными способностями. По сюжету слепоглухой Лука спасает человечество от нашествия технозомби. Агенты из будущего воздействуют на слуховые и зрительные органы людей и подчиняют землян своей воле. Но Лука видит и слышит с помощью гаджетов. Его невозможно перепрограммировать. А уж как слепоглухие владеют белой тростью, мы знаем не понаслышке. Нам было важно совместить удовольствие от просмотра кино с рассказом о слепоглухих людях и технологиях, которые улучшат их жизнь в будущем. Премьера состоялась 26 октября 2020 года в зале цифрового делового пространства. Селебрити, СМИ, слепоглухие люди – всем было интересно, какой у нас вышел фильм. А интереснее всего его интерактивная версия. На каждом этапе фильма зритель может сделать свой выбор, от которого зависит судьба героев и даже человечества. Каждое решение сопровождают карточки о том, какой бывает слепоглухота и как помогать слепоглухим людям. Когда вы в следующий раз увидите слепоглухого, спросите себя, кто он – просто слепоглухой или все же супергерой?